Ну а мой друг Виталий Пушкарев, с которым вы уже успели познакомиться в 51-й серии Гришин ТВ, продолжает рассказывать о своих приключениях, о своих путешествиях по Европе. Вот и настал последний день моего путешествия. Прекрасный ночной Будапешт за моей спиной. А я попиваю здесь шампанское. Чао, рагацци, чао, сеньоры. Чао, гондольер. Вот. Мы сейчас находимся в Венеции. И вот сейчас мы находимся в городке Постой, но вообще в Словении такая ситуация, что 7 тысяч населения уже считается городом. Репортаж. Я нахожусь в концертном зале Постойнской пещеры. Кто мог подумать, что здесь можно тоже петь, и такому простому смертному, как я, здесь пели великие теноры, да, и тут я тоже могу спеть. Это... Ладно. Ну что же, привет, народ, нахожусь, дабы разъяснить ситуацию, я сейчас в Краматорске, у себя дома, немножечко отдыхаю, взял небольшой отпуск, но мой друг Виталий Пушкарев, с которым вы уже успели познакомиться в 51-й серии Гришин ТВ, продолжает рассказывать о своих приключениях, о своих путешествиях по Европе. 52-я серия посвящена также ему, но потом в 53-й я расскажу уже, чем я занимался, да что я делал. Приятного просмотра, поддержите Виталю лайком, подписывайтесь, кто не подписан, все будет здорово, друзья, спасибо. Так, вот мы и отошли на знаменитой гондоле венецианской. И вот каждому наливают шампанское. Сейчас вот, видишь, меня зовут, значит, мне дают шампанское. Ура! Ура! А где же я? А вот он я. Так, хорошо. Ну что, господа, товарищи. Давайте, за Венецию. Давайте. За Венецию. Вот наш гондольер, такой злостный мужичок. Все нормально. Рулит. Давай. Ура! Ура! Давайте. Будем за Венецию. Так, проходим. Первый канал. Вот, первый мост, точнее. Первый мост. Чао! Чао! Привет! О, красота! Майкл, наливай еще. На все! Да? Что-то маловато. Эй, ora, andiamo avanti! Конишуга! Так, входим, второй поворот. Сейчас ловко ведет наш мужичок, сосредоточенный весь. Ну что, сейчас хочу сказать, чао, рагацци, чао, сеньоры, чао, гондольер. Вот, мы сейчас находимся в Венеции, и, конечно, достопримечательно, мне самое главное, это гондола. Я, конечно, знаю, куда я плыву, куда я еду, на самом деле, да. Обязательно хотел поплыть именно на гондоле. Я, получаю себе удовольствие, среди этих улочек, получаешь такой, как бы, кайф и чувствуешь себя вот частью того прошлого, великого прошлого. Да, вот. Цивилизации. Да, это у нас что? Очередной мост мы проходим. Если я встану, я его зацеплю своей головой. Вот. Ну что, Венеция не только страна, город каналов, но и город масок. Поэтому время одевать маски, время их снимать. Спасибо за внимание.
storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia. La laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore. Se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Вода грязная, мутная. Не-не, но красивого цвета. Ну, говорят, что она будет пахнуть фекалиями. Нет. Не важно. Она фекалиями не пахнет. Не, не пьем. Нормально. Главное только не провалиться туда, а так все. О, это да. Ира, помаши ручкой. А это мы вышли уже на Гранд-канал. Гранд-канал, самый большой канал Венеции, главный. Гранд означает большой, то есть главный. Ну это понятно и так, и ежу понятно. Вот, мы вышли на Гранд-канал Венеция. Венеция. Очередной шикарный город в нашей турпоездке. Вот. Я очень благодарен вообще самому себе, что я все-таки выехал. Все. Не, дорогу в поле надо. Так, вот. Ну, аварий тут никогда не бывает, потому что работают здесь на веслах настоящие венецианские профессионалы. Вот. Мы сейчас догоняем японских, скорее всего, туристов. Коничуа! Нет, не японцы, наверное, китайцы, потому что меня не поняли. Вот. Нас обгоняют. Другая гондола. Гондола. Коничуа! Коничуа! Молодой гондоле. Молодой. Вот, впереди гондольер, зовут его Массимо, сейчас мы с ним поздороваемся. Чао, Массимо! Ну что? Бонжорно, Татьяна! Чао! Чао! Рагаци! А, Мика, да? Мика! Кариссимо! А вот эти люди умеют говорить по-русски. Скажите немножко что-нибудь. Дамы, скажите что-нибудь. Вот все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот мы и закончили наше пребывание на гондоле по каналам Венеции. Идет предпоследний день моего путешествия по Европе. Что называется, галопом по Европам. Но, скажем так, уже так привык. Кажется, что это было не 6 дней, а 6 недель. Вот. Сейчас мы находимся в городке Постой, но вообще в Словении такая ситуация, что 7 тысяч населения уже считается городом. Вот сейчас я буду заходить в карстовые пещеры города Постой. Кто-то молится, вижу, я думал молится. Сейчас на вот этих паровозиках мы поедем в самую большую карстовую пещеру Европы, Постойнская карстовая пещера. 21 километр. Вон на этом суставчике. Вон туда. Ну, я, в принципе, тоже готов. Надеюсь, что все будет замечательно. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Такого тоннеля.
Одесса шикарная, подсветка, конечно. Крымская мраморка здесь и рядом стоит. Красота. Голову надо прикипать, а то просто можно какой-то сосулькой картовой получить по черепу. Это реально стрёмно. А что делать двухметровым людям? А скорость такая, что черепуху просто снесет. Точно, что экстремально. Холодно, нормально, в принципе так. Шикарная пещера, просто шикарная, такого именно богатства природного я не видел за всю свою недолгую жизнь. По просьбе Иры и ее мамы я снимаю дальше. Вот очередные метры по Голгофе, конца и края ей нет. Масштабы просто завораживают. Не верится, что это могла сделать природа, матушка. Просто завораживает вид. Да. Своими глазами. Ой, извините. Ну, слава богу, что у меня есть глаза штучные под названием видеокамера. Здесь, конечно, подходит фраза «Я всегда с собой беру видеокамеру». Клево вообще. Аудиогид нам обещает, что мы скоро войдем в рай. Ну, посмотрим, что такое рай из сталактитов и сталагмитов. Продвигаемся дальше. 21 километр мы должны пройти, проехать. Вот. Уже такой серьезный отрезок мы прошли. Впереди мост. Ира и мама Иры, в следующий раз попадете сюда, не прозевайте. Это надо видеть. Зал спагетти называется. Реально спагетти. Пещере каменной нашли напёрсток водки, и хвост селёдочный лежал на сковородке. Эх, мало в
водки мало, водки мало, водки. И закуски тоже маловато. В пещере каменной нашли рюмашку водки. Пескарик жареный лежал на сковородке. Эх, мало водки, мало водки, мало водки. И закуски тоже маловато. В пещере каменной нашли стаканчик водки. Цыпленок жареный лежал на сковородке. Эх, мало водки, мало водки, мало водки. И закуски тоже маловато. В пещере каменной нашли бутылку водки. Ягненок маленький лежал на сковородке. Эх, мало водки, мало водки, мало водки. И закуски тоже маловато. В пещере каменной нашли бочонок водки. Теленок жареный лежал на сковородке. Эх, мало водки, мало водки, мало водки. И закуски тоже маловато. В пещере каменной нашли источник водки. И мамонт жареный лежал на сковородке. Эх, мало водки, мало водки, мало водки. И закуски тоже маловато. Эх, мало водки, мало водки, мало водки, и закуски тоже маловато. Мы заходим в райские ворота. Правильно? Да, да, да. Как сказал аудиогид, то, что нас ждет. Так. Идем по штучному тоннелю. Штучно его сделали. Специально для туристов. То бишь для нас. Спасибо. Спасибо. Сталагматы соединенные между собой. Колонна. Колонна и бриллиант. Символы Постоянской пещеры. Шикарно. Чистый известняк. Бриллиант. Знаменитый сталактит верблюд. Да, репортаж. Я нахожусь в концертном зале Постоянской пещеры. Кто мог подумать, что здесь можно тоже петь, и такому простому смертному, как я, здесь пели великие теноры, да, и тут я тоже могу спеть. Да! Ладно. На этом мы закончим свое пение, да. Едем назад. Конечно. Вау! Голову может снести легко. Сразу говорю. Так что надо быть очень и очень
Бомба! Ночной Будапешт! На катере по Дунаю! Я уже малость хмельной от бесплатного халявного шампанского. Правда, его мало, но тем не менее оно халявное. Друзья, приезжайте сюда, не пожалеете. Вот и настал последний день моего путешествия. Прекрасный ночной Будапешт за моей спиной. А я попиваю здесь шампанское. Надеюсь, что еще не раз буду в этом прекрасном месте. Месте под названием Европа, Европейский Союз. Ну что, Виталий Владимирович, будьмо! Эй! Вот такой вот он мажор, вот так вот может себе позволить отдыхать, ну, пока мы нежимся в нашей морозной, но теплой Украине одновременно, да. Спасибо за просмотр, если не подписался, опять же, подпишись. До новых встреч, покасики!